дяди, тети, всем здрасте. Сегодня разобрал свою болгарку из-за того, что накрылась кнопка у нее. Болгарка ДВТ, 230 круг. Ну и получается, кнопка заела. Посмотрел цены на кнопки. Она стоит сейчас около $7. То есть вот эта кнопка. Ну это я уже подразобрал чуть-чуть. Тут получается, она стоит вот таким вот макаром. Эта кнопка. И получается так, что вот этот штифт нужно выбить. Вот он. И выбил этим ключиком. Разобрал. И в итоге вот эта вот сама кнопка заедала. Она залипла. И отодрать ее было невозможно. Чуть-чуть капнул масло. И оно начало работать. Как-то 200 гривен отдавать не хочется. Можно таким способом разобрать. Сначала думал, что совсем она накрылась. Ну, вот так вот. Решил снять. Такое коротенькое. Может быть, кому-то и пригодится. А вот это, может, кто-то спросит. Ну, это заказ. Кованая роза, еще не покрашена. С таким вот джентльменом. А, типа стоит на колени и дарит цветок. Такой у него, вот такая бабочка у него. Рука к сердцу. Ну, все как положено. Но видео будет про эту розу. Потом позже выложу. Там наснимал кучу. Не знаю, как буду монтировать. Места на компьютере, наверное, не хватит. Чтобы это все собрать кучу. Ну, дело не в этом. Вот была информация по поводу кнопки. Все. А про розу еще видео будет. И там и про дровницу тоже. Завтра доделаю. Потом сниму видео. Всем до свидания.